Витископ. Плавательный бассейн управляется ШВСМ. То есть оно уже само по себе, по форме неправильно. Почему? Потому что задача ШВСМ – находить талантливых детей и создавать им некие условия для того, чтобы они тренировались, а не решать вопросы поддержания температуры, уровня хлора, освещения, ремонтов и так далее. То есть руководитель, если мы говорим о хорошем руководителе, например, школы высшего спортивного мастерства как центра подготовки спортсменов, он должен обладать компетенциями, касающихся педагогики и технологии подготовки спортсмена. А управление плавательного бассейна, оно требует компетенции других. Вот вам пример, Италия. Подобного рода база управляется управляющей компанией Федерации плавания Италии. То есть им передают это на управление, и они уже четко, управляя базой, ставят задачи спорту высших достижений, массовому спорту, вопросам, связанным там с привлечением международных организаций туда тренироваться и так далее. То есть, но есть специальная управляющая компания, и в мире это очень развито, когда создаются управляющие компании, специально которые нанимаются для управления тем или иным спортивным сооружением. А уже все спортивные секции, клубы и так далее, они уже тренируются на каких-то условиях договорных. Это не всегда финансовые условия, но то есть есть абсолютно четкое понимание условий, на которых они находятся на той или иной базе. И вот эта ясность, которая существует в этой ситуации, она помогает всем сконцентрированно заниматься своим делом. Витископ. Спортивное видео.